Я давно не бачив цю чудову людину, політичний аналітик, прес-аташе посольства Грузії в Україні в 5-10 роках, пан Бачо Корчилава. Пане, вітаю вас, дуже радий бачити. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене до вас питання, от ваша оцінка, давайте стрибнемо в Грузію. Отут сьогоднішня заява прем'єра Грузії. Ну, щоб мені не лізти читати, ви, мабуть, знаєте і нагадаєте, що він сказав. Це дуже дивна заява. Гарибашвілі його прізвище, да? Я не пам'ятаю. Да. Да. От розкажіть, будь ласка, глядачам, що це таке? Ой, Матвій Юрійович, це складна історія. Господин Гарибашвілі зараз другий раз прем'єром знаходиться в Грузії. В первый раз он уходил с поста премьера тоже в результате разгона акции. Но теперь, когда господин Гарибашвили понял, что они опять перегнули палку и общество полностью выступило против них, это, ну, уникальные были акции протеста в том смысле, что там были не только там сторонники оппозиции, там было подавляющее количество людей, которые голосовали когда-то за эту партию, от которой является Гарибашвили. «Грузинская мечта» называется эта партия. И ему надо было как-то, вот он пытается теперь оправдываться, рассказывать, что там часть общества втянули, неправильно проинформировали, что лезли украинские политики, что вообще все это неправильно, вот мы не хотим воевать и так далее. Но на самом деле, вот я там, это было вчера вечером интервью, они начали его сильно разгонять по всем информационным каналам, там по телеграм-каналам. А сегодня утром я уже, когда разговаривал с многими из своих приятелей в Тбилиси, оно произвело для грузинского общества эффект наоборот. Еще больше начали его воспринимать как глупого человека в результате этих заявлений. Потому что то, что сделала грузинская власть, это была вот такая попытка поменять вектор развития Грузии. Да? Но господин Гарибашвили, наверное, забыл, что его партия тоже в том числе там членом которой он является, приходила к власти как раз на проевропейских лозунгах, пропагандируя евроинтеграцию в Грузии, интеграцию Грузии в Европу. И грузинское общество со своим там вектором развития определилось уже 30 с лишним лет назад. Оно перенесло там несколько войн с Россией, оно перенесло территориальные потери, огромное количество погибших людей, да, в ходе этих лет, многих лет. И все равно это не заставило грузинское общество свернуть с выбранного ею пути интеграции в Европу. И вдруг появляется вот такой абсолютно чекистский законопроект, который, в принципе, под давлением улицы им приходится отменять. И тут выступает премьер, который говорит, в принципе, во всем виновата оппозиция, Америка и Украина. Вот и как это назвать? Ну, в Тбилиси все очень удивлены, ну, как, кроме как кретинизмом назвать это никто не может. Ну да, і там у нього є така фраза, що ви спочатку розберіться з своїм життям, аніж давати нам поради. Ну, тобто він упевнений, що Україна підтримала протестуючих. А он не хотел бы то же самое сказать, допустим, европейским политикам или американским политикам. На самом деле весь цивилизованный мир поддержал народ, даже президент. Он мог это тоже повернуться и сказать президенту Грузии то же самое, госпоже Зурабишвили. Она тоже поддержала протестующих людей в Грузии абсолютно. То есть все поддержали протестующих, потому что закон, который предлагался, да, правящей партии, это абсолютно, это просто перевод с российского закона на грузинский язык и попытка принятия вот такого московского чекистского закона. Ну, добре, а скажіть, будь ласка, і на ваш погляд, чим все це закінчиться? Ну, на даний момент сейчас самое там ближайшее, что будет, в апреле должна быть, приедет миссия Евросоюза оценивать готовность Грузии для получения кандидатства в ЕС. Вот Украина получила статус кандидата, Молдова получила, а Грузия не получила. Там были оговорки для изменения в законодательстве, там, приведения в соответствие каких-то вещей. И вот я думаю, что если в апреле, а скорее всего они не получат положительную оценку в Тбилиси, вот тогда я думаю, что процессы начнут развиваться быстрее. Пока там до
апреля месяца, пока будет относительное спокойствие, потому что то, что угрожало больше всего процессу европейской интеграции, вот этот закон, и было недвусмысленно сказано, что это поставит полностью под сомнение европейскую интеграцию и, возможно, даже приведет к отмене безвизового режима между Грузией и ЕС, это и вывело на улицу людей, на самом деле, потому что в Грузии, причем этот закон был настолько хитро прописан, еще хитрее, чем в Российской Федерации. Там, условно, моя дочь, живущая в Грузии, если я ей перечисляю хотя бы там, $100 или $200, она уже попадает под действие этого закона. На самом деле они пытались... А вы знаете, что в Грузии там, 95% населения точно получает деньги от своих родственников за границей живущих, потому что большая диаспора живет за пределами Грузии. Они пытались это свести к тому, что это очень похоже на закон Фаро, американский закон есть, но явно там обманывали население, потому что закон Фаро – это закон, касающийся лоббистских групп в США. Если ты лоббист, ты представляешь... Да. С другой стороны, тогда ты должен декларироваться, в принципе, что абсолютно адекватно. Но здесь попадали все граждане Грузии. Поэтому сейчас там более или менее в Грузии улица успокоилась, потому что для вас Грузия хорошо известная страна. Вы знаете, что впервые, единственный раз легитимная передача власти в Грузии произошла, когда Михаил Саакашвили уходил с поста, и грузинская мечта выиграла выборы. Поэтому они очень боятся опять этих потрясений, но... Они не готовы уступать, самое главное, что самое важное, как для любого общества, они не готовы уступать свое видение и свое будущее в Европе, которая пыталась под сомнение поставить эту власть. На самом деле с грузинской властью происходят какие-то очень интересные вещи, и они начали происходить ровно с 24 февраля прошлого года. В момент, когда в Украине началась война, грузинская власть попыталась сначала усидеть на двух стульях, а теперь вот такой вообще открытый дрейф пошел в сторону Москвы. Но еще раз говорю, это для власти очень большая проблема. То одно, то, куда ты можешь дрейфовать, а другое, что реально избиратель грузинской мечты на 85% это абсолютно проевропейские настроенные люди, да, которые многие из них там могут по-другому видеть там внутреннюю политику, но вектор развития страны они видят именно вот так. Поэтому, еще раз говорю, вот сейчас ближайшее, что будет, когда, возможно, начнутся какие-то там движения в Грузии в виде протестов, это апрель месяц, когда вот оценочная миссия есть. Спасибо, бачу, что был с нами. Дякую. Давно тебя не бачив. Дякую, что долучився. Бачу Корчилава.